профессиональную выставку народного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств, действительно члена Петровской академии наук и искусств Валерьяна Алексеевича Сергина. Уже многие годы художник нас радует своим удивительным мастерством, своей особой любовью к природе и, конечно же, своим каким-то удивительным жизненным оптимизмом. И, конечно, мы очень рады, что торжественную нашу церемонию открытия пришла приветствовать министр культуры Красноярского края Елена Николаевна Мироненко. Мы поздравляли с юбилеем прекрасную музу Валерьяна Алексеевича, Августу Серафимовну. Я была на открытии ее выставки. И то, что есть такое продолжение, оно имеет семейственность и преемственность, мне кажется, во многом зависит от той любви, которая царит в этой паре долгие годы, которой стоит только позавидовать. И мы все видим те эмоции, которые отражены в работах Валерьяна Алексеевича, ту теплоту, ту силу любви к природе, которую он пытается передать нам. Поэтому для нас всех великое счастье, что в Красноярском крае есть такие личности, что они живут здесь, творят здесь и помогают нам понимать природу, принимать себя, переосмысливать какие-то моменты яркие, жизненные. Поэтому мне очень радостно и приятно поздравлять Валерьяна Алексеевича с его юбилеем. Я хочу пожелать ему от себя лично творческого долголетия, крепкого здоровья, чтобы все родные и близкие были рядом. Ну и от лица губернатора Красноярского края Виктора Александровича Толоконского мне хотелось бы вручить ему почетную грамоту за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие культуры Красноярского края. Виктор Александрович Толоконский. От Виктора Александровича Толоконского зачитать и приветственное поздравление, которое художник уже получил. Уважаемый Валерьян Алексеевич, сердечно поздравляем вас с 80-летним юбилеем. Талант, мастерство и безупречное чувство прекрасного отличают вас как выдающегося самобытного российского живописца. Ваше многолетнее бескорыстное служение искусству – достойный пример для молодых художников, а ваше творчество – бесспорное подтверждение того, что Сибирь по праву считается колыбелью истинных талантов. Примите слова глубокой благодарности за ваш вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Красноярского края, а также пожелания долгих лет жизни, здоровья, оптимизма и всего самого-самого доброго вам и вашим близким. Губернатор Красноярского края Виктор Александрович Толоконский. И награду, очень высокую награду, Елена Николаевна уже сейчас вручила. Конечно, я вижу, что очень многие желают Валерьяна Алексеевича от всей души поздравить, но мы продолжим как бы официальные поздравления. Слово предоставляется Наталье Валерьевне Малощук, руководителю Главного управления культуры администрации города Красноярска. Добрый день, дорогие друзья, и в первую очередь, конечно, наш уважаемый Валерьян Алексеевич. Действительно, вот сегодня, 16 марта 2016 года, вот так цифры определили, да, 16.03.16. Весь Красноярск отмечает, а я верю в символику чисел, почему я обращаю на это внимание, весь Красноярск и весь Красноярский край, я думаю, друзья, по многим городам России, нашей большой, нашей талантливой, интересной страны, сегодня передают вам свои добрые пожелания и слова восхищения. Я не побоюсь этого слова, потому что та одержимость, какая есть у вас, то служение делу, выбранному на всю жизнь, это, конечно, пример, в первую очередь, для молодежи. А вы действительно талантливый педагог и передаете свое мастерство. К этому тоже готов не каждый. И умеет не каждый. А Валерьян Алексеевич это делает открыто, не задумываясь и ежедневно. За это отдельное спасибо. И, конечно, то умение увидеть красоту природы, оно вам дано Богом, и вы действительно его несете, как я уже сказала, всю жизнь. Слова Александра Блока, художник,
главная обязанность художника – не показывать, а не доказывать. И, наверное, в этот день есть небольшие расхождения. Я уже не соглашусь с нашим уважаемым поэтом, потому что именно вы и показываете, и доказываете, как красив окружающий мир. И действительно делаете это мастерски. А мы восхищаемся, а мы учимся и, конечно, ценим, что вот в Красноярске есть наш замечательный земляк, наш замечательный художник, который умеет передать всю красоту и природы, и жизни, и человеческой души. Я держу в руках благодарственное письмо главы города Красноярска Эдхама Шукрича Булатова, который, конечно, передает искренние поздравления и, поверьте, еще придет на эту выставку и, скорее всего, сможет с вами общаться и услышать ваши отзывы, ваши пояснения по каждому сюжету, по каждому выбранному полотну, да, в вашей замечательной коллекции. Спасибо, что вы у нас есть. Позвольте вас обнять и вручить эту замечательную награду. Сегодня будет много цветов. Это, конечно, цветы от всех сотрудников учреждений культуры. И наши поздравления тоже в этом памятном адресе. Примите, пожалуйста, эти добрые слова. Пусть сегодняшний день запомнится нам именно тем, что он наш, он красноярский. Вот этот большой праздник, который появился у нас благодаря Валериану Алексеевичу. Долгих лет жизни, новых эмоций, которые позволят вам создать новые полотна. Мы вас очень-очень любим. Всех с праздником! Спасибо большое. Есть еще одна очень важная телеграмма. Телеграмма председателя законодательного собрания Красноярского края Александра Викторовича Уса. Уважаемый Валериан Алексеевич, примите мои поздравления с 80-летиями. Многими достижениями и стабильностью наше общество обязано людям творческого труда, укрепляющим духовный мир современной России, пробуждающим в новых поколениях высокие эстетические стремления. Выражаю глубокое почтение вашему таланту. Желаю здоровья, энергии, творческого вдохновения. Александр Ус. Пригласить Анатолия Павловича Левитина, академика, человека, который так же, как Валериан Алексеевич, всю жизнь отдал служению красоте и добру. Пожалуйста, Анатолий Павлович, председатель отделения Урал-Сибирь-Дальний Восток Российской академии художеств. Дорогие друзья, сегодня потрясающий день. День открытия, снова нового открытия колоссального таланта, удивительного человека Валериана Алексеевича. Вы знаете, я бывал в мастерской, восхищался его этюдами, и, честно говоря, когда шел сюда, не представлял, что эта выставка настолько полна, настолько емко, настолько могуче представляет ее автора. Потрясающе. Вы знаете, это очень выставка, очень полезная для молодежи, для учащейся молодежи и вообще для всех, кто любит искусство. Потому что есть здесь подлинная живопись. У нас, к сожалению, недостаточно в среде нашей есть люди, которые полностью понимают, что такое красота, что такое живопись. Потому что иногда говорят, ой, как красиво, как на фотографии. Вся прелесть в том, что это настоящая живопись, это подлинная влюбленность художника, то, что он видит. И мне кажется, молодому поколению художникам очень полезно смотреть эти вещи, потому что они наполнены. Каждая работа несет в себе смысл, потому что художник, прежде всего, найдя мотив для пейзажа, он прежде всего думает, что же здесь красиво, что я хочу передать, понимаете? Потому что у нас есть иногда художники, которые очень мастерски делают, рисуют березки там и так далее, но не понимают самого главного, целостности мира, не понимают самого главного, красоты моментов в природе, которые бывают, потрясает художника. Я от всей души
поздравляю от имени нашего отделения, от имени наших художников, искусствоведов, членов нашей организации и сотрудников с этой замечательной выставкой. И приглашаю всех не один раз прийти на нее и внимательно посмотреть на каждую вещь. Каждая вещь – это событие, это показывает, насколько художник глубоко знает природу, любит ее, и насколько его творчество глубоко и по-настоящему современно. Спасибо большое. Лен Алексеевич, идите сюда, ко мне подойдите. Позвольте зачитать телеграмму, как мы говорим, из Большой Академии, из Российской Академии Художеств. Дорогой Валерьян Алексеевич, примите самые теплые поздравления по случаю вашего юбилея. За годы преданного служения искусству вы создали замечательные произведения, отразившие красоту Сибири и многогранность вашего таланта. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, новых творческих успехов. Зураб Церетели, Кошкин, Хабарова. Это телеграмма из Москвы. Конечно же, вся жизнь Валерьяна Алексеевича связана со многими аспектами художественной жизни нашего Красноярска, нашего Красноярского края и прежде всего Союзом художников России. Позвольте предоставить слово академику Сергею Евгеньевичу Ануфриеву, председателю нашей организации. Я хочу сказать, что на нашем современном небосклоне изобразительного искусства огромное количество ярких звезд. И хочу сказать просто от себя лично, что Валерьян Алексеевич – это звезда первой величины. И мне хотелось бы вручить цветы не ему, а замечательному человеку, который всегда рядом с ним, который, к тому же, и удивительный художник. Августе Серафимовне, пожалуйста. Это великое счастье, когда у художника есть возможность не только творить, а когда он не озадачен другими проблемами. Я думаю, что это, наверное, такой огромный стимул для многих жить в такой гармонии и красоте. И тогда мы с вами все можем радоваться таким чудесным выставкам, таким большим настоящим свершениям. А сейчас официальная часть. Дорогой Валерьян Алексеевич, коллектив регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской Академии Художеств сердечно поздравляет вас, выдающегося живописца земли русской, со славным 80-летием. Даже не верится. На самом деле, для тех, кто не знает, что Валерьян Алексеевич сегодня 80 лет, я думаю, может показаться, что это 30-летний молодой художник, у которого просто взрыв такой радости и такого восторга от того, что он живет на этой земле, от того, что эта земля его вдохновляет. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет вдохновенного творчества. От имени всех художников, искусствоведов и сотрудников регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока, вице-президент Российской Академии Художеств, председатель отделения Анатолий Павлович Левитин. Еще одно поздравление. Уважаемый Валерьян Алексеевич, секретариат Союза художников России сердечно поздравляет вас с 80-летним юбилеем. От всей души желаем доброго здоровья, сил, вдохновения, благополучия вам и вашим близким. Председатель Союза художников Ковальчук, Сидоров, Боровской, Греков, Суховецкий, Полотнов, Красильникова, Алимов и Горбачева. Еще одно маленькое поздравление. Валерий, дружище, поздравляю юбилеем, желаю здоровья, высокого творчества, приехать не могу, дела, прилечу на 90-летие.
Обнимаю, Вадим, город Благовещенск. Я думаю... Я думаю, у нас замечательная, уникальная возможность вместе отпраздновать все следующие юбилеи Валериана Алексеевича. Хочется поздравить его от всей души с тем, что он дарит нам такой настоящий, большой, сердечный, красивый праздник. Валериан Алексеевич, огромное вам спасибо. Конечно, очень много было сказано добрых слов, будет сказано, я уверена, еще больше. И действительно поражает молодость этого художника, потому что вот все, что здесь представлено, это в основном работы последних лет, работы из мастерской художника. То есть представить такую работоспособность, ну, мне кажется, сегодня очень и очень трудно. В музее есть прекрасные у нас коллекции, мы могли бы запросто обойтись к юбилею именно нашим собранием. Но Валериан Алексеевич сказал, нет, я покажу то, что никто еще не видел. Так вот, поверьте, это все работы из мастерской художника. Не каждому дано вот столько работать. Всем кажется, что творчество — это вот некая такая жизнь по поверхности. Это абсолютно не так. Это великий труд. И Валериан Алексеевич дает вот пример всем молодым художникам, да и зрелым тоже, пример великого труда на художнической почве. Кроме вот такого творческого, небеспрерывного труда, имя Валериана Алексеевича, его деятельность постоянно связана с художественным процессом. И позвольте предоставить слово исполняющему обязанности ректора Красноярского художественного института Сергею Викторовичу Тимохову. Пожалуйста. Ну, здравствуйте всем. Всех хочу, конечно, в первую очередь поздравить с этим большим праздничным днем, потому что на самом деле это праздник и для Валериана Алексеевича, как художника, как некий как бы, вот, результат того труда, ради которого мы живем, художники. Да? Это, конечно, праздник для города, потому что, бесспорно, выставка в музее имени Сурикова – это всегда почетно и достойно. И мне от лица всего коллектива Красноярского художественного института хочется поблагодарить Валериана Алексеевича за то, что он как бы есть, поскольку мы многие как бы, у него учились, которые заканчивали потом институт. И многие с ним работали, и поэтому мы всегда с благодарностью вспоминаем его творчество. И вот, как было сказано уже, действительно, вот тот самоотверженный труд, который он всегда проводит, он для нас, когда мы были студентами, когда был таким именно олицетворением настоящего как бы, художника. И сейчас вот так надо действительно работать. Я думаю, что эту выставку мы будем настаивать, чтобы и посмотрел и наши студенты, я думаю, и студенты художественного училища. Я вот от себя лично еще хочу поблагодарить Валериана Алексеевича за то, что мне как бы посчастливилось в своей судьбе столкнуться с ним дважды. Первый раз, когда мы были студентами, тогда было меньше, поскольку я учился на другом отделении, где он преподавал. А второй раз, когда я уже пришел молодым специалистом преподавать в художественное училище, и вот тогда мы уже рука об руку как бы работали в одном коллективе, и для него именно вот то, как он мог научить своими постановками, это ну, очень дорогого стоит. Поскольку он там не ходил, там, не делал какие-то там замечания критические, что он говорил, Сергей Владимирович, я такие драпировки новые купил, принесу завтра на постановку, закачайте. И на самом деле, так как он ставил живописные постановки, это вот это был уже сам процесс судьбы. Какое гармоничие, какая гармония цвета была. И в этом отношении у него действительно как бы нет равных. У нас плохая, ну как бы сказать, серая погода после того, когда растаял белый снег, серый город стал. И только Валериан Алексеевич говорит, что на самом деле Сибирь, она цветная. И вот это буйство цвета, которое эмоционально как бы заряжает всех на позитив, это в его творчестве прослеживается во всех работах. Поэтому, Валериан Алексеевич, доброго тебе здоровья, спасибо за все, что ты есть, как бы. Ну и дай Бог тебе еще сил, чтобы еще столько же создать. И как бы само собой, я думаю, сейчас мы должны слово передать Красноярскому художественному училищу имени Василия Ивановича Сурикова. Именно в его стенах Валериан Алексеевич воспитал не одно поколение красноярских живописцев.
Уважаемый Валериан Алексеевич, так много уже было сказано в ваш адрес теплых, ласковых, дружных слов, дружелюбных. И мы хотели бы тоже присоединиться к пожеланиям наилучшим от всего нашего художественного училища. Прежде всего, мы поздравляем вас с юбилеем и с открытием такой удивительно яркой, удивительно разной, потому что здесь представлены работы с разных времен года, сезонов нашей Сибири, красивой, удивительно жизнелюбивой и жизнеутверждающей выставкой. Очень сложно переоценить на самом деле все, что вы сделали для нашего художественного училища, являясь многие годы его преподавателем и художественным руководителем. Вы научили наших студентов не одно поколение не только каким-то основам художественного мастерства, творчества, но вы также научили наших студентов и бережно относиться к нашей художественной академической живописи, поддерживать традиции сибирского искусства. Поэтому поздравляем вас еще раз, желаем вам здоровья, желаем вас радовать нас новыми картинами, а мы будем приходить и удивляться. Спасибо большое! Музея нашего другого великого живописца Бориса Яковлевича Рязанова слово предоставляется Марии Викторовне Русаковой. Музей народного художника Бориса Яковлевича Рязанова, конечно же, никак не смог обойти вниманием такое большое событие, юбилей народного художника России Валериана Алексеевича Сергина. Мы с большой благодарностью приняли, вот по нашей просьбе, приняли у нас выставку. Это будет продолжение большой выставки в нашем камерном зале. Выставка небольшая, очень прекрасная. Завтра в 17 часов она открывается. Приглашаем всех здесь присутствующих также отметить. И наш вклад в это большое юбилейное событие. И очень хочется поздравить Валериана Алексеевича с днем рождения. Это человек, который в свой день рождения дарит такой огромный творческий дар всем нам, всем горожанам, всему краю. И пусть каждая картина – это остановленное мгновение. Пусть столько лет еще будет ваших творческих сил, сколько мгновений вам удалось остановить, а вот в наших общих выставках их около 100. Поздравляем вас, Валерий Алексеевич, желаем здоровья. Сразу две выставки в нашем большом Суриковском музее и в камерных залах музея художника Бориса Яковлевича Рязанова. От друзей художника мы просим выступить с поздравительными словами Нину Дмитриевну Аристову. Хочется громко-громко сказать, чтобы слышали, там плохо слышно, а мне хочется громко сказать вам, Валериан Алексеевич. В моей жизни есть 2 метра. Это Астафьев, который научил меня и помог увидеть, какой у нас огромный и разнообразный край. И есть Валериан Алексеевич Сергин, который научил меня видеть, какой этот наш красивый, яркий, праздничный. И я теперь, после того, как начала общаться с Валерианом Алексеевичем, могу видеть, что горы синие, а снег бывает коричневый, если идешь рядом с соснами. И я этот край вижу не только вот в таком красочном виде, но и мои внуки уже, которым 4-5 лет, они становятся на подоконник, смотрят дальше на горы, которые видны из окна, и говорят: «А Сергин, у Сергина горы синие». И вот эта вот радость, ощущение красок, которую видим мы благодаря Валериану Алексеевичу, она поднимает жизненный тонус, она прибавляет оптимизма, она убирает
депрессию. И вот за то, что у Валерьяна Алексеевича есть вот такое восприятие жизни, радостное, я бы сказала, на грани детского. А почему я так говорю? Потому что есть песенка, есть, называется «Оранжевая», где девочки, много красок. Красок много у меня, я сижу рисую, но рисую все оранжевым цветом, потому что солнце заходит за горизонт, и она видит все в оранжевом цвете. Оранжевое море, оранжевое небо, оранжевая зелень, оранжевый верблюд. И вот Валерьян Алексеевич, те потайные краски, которые недоступны простому человеку, далекому от искусства, он их видит, выносит на поверхность и заставляет, приглядевшись нас, видеть эти краски. И вот за то, что он нам помогает, во всяком случае мне, моей семье, помогает видеть мир ярким и красочным, мы всей семьей очень благодарны вам, Валерьян Алексеевич. Спасибо огромное за добрые слова, Нина Дмитриевна. Конечно же, вот масштаб личности Валерьяна Алексеевича, он огромен, и мы видели поздравления из Москвы, из Красноярска, их может быть очень-очень много, но я думаю, всегда и приятно получать поздравления от коллег, вот от краевых музеев. И я с удовольствием предоставляю слово Железногорскому музею. Дорогой Валерьян Алексеевич, художник, деятель искусства. В картинах отражает он события, природу, чувства, связь поколений и времен. Художник, так же как поэт, сюжет в себе переживает. Он оставляет в душах след, хоть о последствиях не знает. На полотне любой мазок душой художника сияет. И чем древней картины срок, шедевр бесценность обретает. Ведь то, что писано душой, хранится будет в душах вечно. Как смерть не властна над строкой, творец живет, пусть бесконечно. Шедевры пусть свои творит, чтоб мир стал намного ярче. Уж утро, он еще не спит, творит, чтоб стали мы богаче. Уже дважды в нашем музейно-выставочном центре гостила выставка Валерьяна Алексеевича и вообще семьи Серкиных. И в этом году мы ждем третью выставку, которая посвящена юбилею. Спасибо, Валерьян Алексеевич. Я думаю, еще очень много желающих поздравить Валерьяна Алексеевича. Или же мы можем сделать по-другому, дать возможность ответного слова нашему юбиляру. А все остальные поздравления будут вручены, скажем так, ему лично. Вот как? Есть кто-то, кто вот очень хочет сказать сейчас от микрофона? Вот как я всех напугала. Но я думаю, что все равно всех переполняют самые радостные чувства, самые добрые пожелания, прежде всего здоровья. Оптимизма Валерьяну Алексеевичу все-таки, я думаю, хватает много больше, чем другим. Конечно же, мы очень ждем, что будут появляться новые работы, и вот также радовать огромное количество людей. Валерьян Алексеевич, дорогой, пожалуйста, ваше слово. Я уж и растерялся. Таких слов добрых и прекрасных я никогда не слышал в свой адрес, и слышал в первый раз. Много слышал, но таких слов. Я даже не знаю, как я буду оправдываться. Я тогда вспомнил лучшие слова любимого всеми писателя. Не слова, а восторг. Антона Павловича Чехова. Он побывал в своих родных местах и выразил свой такой восторг. Какое богатство! Какие залежи красоты еще остаются нетронутыми! И как еще не тесно русскому художнику!
Так что трудиться и работать на всем. И трудиться, и работать. И тесно никому не будет. Я думаю, это светлые слова его и очень современные. В общем, огромное спасибо вам всем. Низкий поклон. Начинаю. Большое спасибо. Я тронут до глубины души. Я буду помнить этот день вечно, сколько смогу. Я почему-то мечтал в свой день рождения сделать как бы небольшой праздник для вас, а праздник сделали мне вы. Мечта Валериана Алексеевича сделать праздник для нас, она тоже в полной мере осуществилась. Выставка народного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств Валериана Алексеевича Сергина открыта. Пожалуйста, смотрите.